нас, наверное, во-первых, трасс нет, и погодные условия дают тоже о себе знать. Наверняка все-таки и то, что это трасс, да, нет, потому что в той же даже Италии маленькой, а можно найти, я не знаю, до 15-20 трасс даже маленьких, да, где можно тренироваться, ездить, участвовать в каких-то гонках. Ну и, конечно, этот спорт не такой дешевый, да, чтобы каждый мог попробовать прийти. Как только мы начинаем говорить о Формуле-1, о Петрове, сразу встает финансовый вопрос. Поверьте, это не самый основной вопрос, хотя, безусловно, без поддержки серьезных компаний ни один пилот Формулы-1 не оказывается. На сегодня у нас есть наш спонсор, который с нами работает уже второй год. Это концерн Сибурф, вы прекрасно это знаете. Я думаю, что наше сотрудничество будет дальше развиваться, поскольку, видимо, в нефтехимическом холдинге нашли для себя какие-то интересные перспективы поддержки единственного российского гонщика Формулы-1. Я думаю, что мы пойдем также и дальше, потому что останавливаться на том, что у нас на сегодня есть, нам просто неинтересно. Почему я говорю об этом, нам неинтересно? Потому что чем больше вместе с командой мы сможем собрать средств, тем быстрее мы будем делать шаги и вот будем догонять те команды, которые уже ускакали вперед, которые находятся в серединке пелотона. Чем больше денег, тем больше возможностей у команды. То, естественно, гонка инженеров, гонка, битва технологий. Вот, и, конечно, где-то 70% является все-таки техникой, 30 гонщик, да? Ну, может, даже 60 на 40, потому что без техники, которая способна выигрывать гонки, и даже посадить туда, куда того же Феттеля, Шумахера или кого-то угодно, он не сможет ничего сделать. Он будет приезжать там, где он приезжает. Та же Феррари, сейчас Алонсо, двукратный чемпион мира, не могут победить Red Bull, да? То есть это действительно технология инженеров, которые создают что-то такое уникальное, а другие этого не знают. Мы будем продолжать вести переговоры с различными компаниями в России, потому что я думаю, что вот этот самый период, он пришел, когда большие корпорации должны для себя найти что-то интересное в Формуле-1, как маркетинговый инструмент или для развития своих бизнес-отношений. Все-таки я полагаю, что в начале сезона партнеров таких должно появиться уже больше.